Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешачок. Третий аккаунт моего сагильдийца, разгильдяя, не знаю, ник Певко, вот такой вот аккаунт. 50 тысяч накопленных самоцветов. Копились они всего-то 70 дней, то есть, по сути, вам надо 210 дней. Там, если брать китайку, там 7-8 месяцев, чтобы собрать огника, получить его без доната, просто затрату. Ну, это надо иметь терпение. Аккаунт тоже, как видите, в районе 50к, находится в той же самой гильдии, в которую кидайте заявочки, вступайте. Обо всем я вам уже рассказал. Поехали, посмотрим аккаунт, что у него есть, чего у него нет. И что нам надо сегодня под коллекционера выбить. Такс. Поехали. Смотрим. Так, Тессы нет. Командоры Лазурикса, Рибика, Ассурика, Ронина, Арктики. Снова Бугимана. В общем, Бугимана мы выбивали. Ронин на Асуру тоже выбивали сегодня. Рибита. Командору только нам не выбивали еще Тессу и Лазурикса. Так. Хорошо, поехали. Посмотрим на аккаунт. Что у него интересного есть. Довольно-таки неплохо. Учитывая этот донат. Мохнатка есть. Отлично. Тоже с талантиками, я смотрю, все в порядке. Ремок хватает. Вот так вот. Ну что, поехали. Правила те же. Меньше набил очей, получил приз. Набил больше, выбил имп. Порадовались и разошлись. Окей, let's go. В магазинах мы не считаем. Ну, это единичка сразу же. Вариант 2, 3, пикси. Есть у нас Хранитель 4. Что у нас тут? Ну, за хрона дают офигенные пушки, я вам скажу. Четыре героя выбили. Окей, поехали дальше. 5. Сразу же снова падает. Дрейк 6. 7. Падает. 8. Анубис. Ну вот так вот даже. Десяточка сразу же. Ну, что я могу сказать? Поздравляю, он тебе, конечно, не нужен. Хороший герой, но он уменьшает твои шансы. Так, 10 очей уже есть. Места не хватает. Так, этот не считается. Надо будет сейчас место посвобождать. 11 кубчик. 12 Дракула. Да. Ниндзя нет. Тоже нет. 13. Тоже нет. 14. Сердцеедка. 15. Кинди. 15. 16. Не помню, орка можно нанять или нет. Сейчас гляну. Нет.
16 или 17. В общем, я думаю, он все равно перешагнет черту первых двух аккаунтов. Поздравляю, наконец-то у тебя есть Тесса. Так. Так. Что же делать со своей рассеянностью? Так, хорошо. 17, 18. Ну, 20к мы уже набили столько легенд. Ну, самое главное, что недостающего достали. Валька. Ну, это единичка. Сердцеедка. Ну, это уже 20-ка. Я думаю, за 18к нам по-любому тут... Ну, малыш Ник. 21. Вала-вала, это 2. 22, 23. Это все нанимается. 15к. Смешно будет, если за 15к не упадет ничего. Так. 24. То чувство, когда не хочешь, вы падали имбо героя. Блин, и они не падают. Медуза еще плюс единичка. Да, походу. К сожалению, пивко. Так, ладно, я подам вот эти слизни. Так, что-нибудь тут еще можно такое интересное продать. Уху-ху. Фрэнки 25. Ну, где-то так, плюс-минус. Хранитель. Ну, тут однозначно больше, чем предыдущие. Я, конечно же, потом пересчитаю это все, чтобы уже быть 100% уверенным, но... Рибит еще падает. Жесть. Конечно, герои, блин... Хорошо падают сегодня на английском сервере. Так, ну что у него не хватало? Кроме Тессы... Жесть. А, Рибет еще. Ну, Рибета, Тессу выбили. Два героя недостающих. Ну, конечно, они такие себе. Но ему, возможно, их и не хватало. Так. У нас еще нет на три тычки. Бум. Бум. Еще раз. Еще Детрейк нам упал. Вот так вот, ребят. Ну, не знаю. Я думаю, что тут все-таки больше всего выпало. К счастью или к сожалению, но я потом все равно пересчитаю это все. Но поздравляю, тоже два недостающих выбили. Конечно, не топовых. Как это бывает на русском коллекционере, но точнее было на прошлом русском коле, но все равно довольно-таки неплохо. Так. Блин, Санту не выбили даже. Зато хранителей выбили. Даже слизней не собрали, это жесть. Жестко. Даже так вот бывает, ребят. Ну, тут, конечно, плюшки интересные. Та же самая рунка, кстати, падает. Ууу, 10 коробок, нифига себе. Ну, это хоть такой вот у нас получился. Челлендж, так. Стойкость. Ну, стойкость, честно говоря, такое себе. Сейчас поищем, кто у него на стойкость претендент есть. Думаю, какой-то доп однозначно. Можно было подером туда лучше что-то такое ставить. Ставлю сюда.
ставим сюда. Я не думаю, что он особо там варлока будет использовать. Каменка неплохо. Это радует. Так, ну на каменку, конечно, у него тоже, как обычно, никого нет. Можно было, в принципе, на одера поставить, но я не знаю. Есть. Тессу Рибета мы ему выбили. Может, все-таки он откроет кого-то, потом прокачает. Так, вроде все. Вот такой вот, ребят, роллинг. Пишите комменты, сколько там, кто любитель считать, напишите, чтобы я меньше мучился, сколько здесь очей у нас получилось. Ну, судя по всему, у нас тут получилось больше, чем на двух предыдущих аккаунтах. Поздравляю с двумя новыми героями недостающими. Было 10 коробочек, часть я тебе оставил, часть я открыл. Ждем следующего роллинга. Всем удачи, всем пока.